Видео подготовлено сайтом онлайн.гдз.нет. Сейчас мы выполним задание номер 3 на странице 56 рабочей тетради. Запиши, какие животные есть в живом уголке вашей школы. В живом уголке нашей школы есть аквариум. Аквариумные рыбки там обитают. Б. У тебя дома. А у меня дома есть кошка, попугай и хомячок. Животные живого уголка и животные, живущие у нас дома, требуют ухода за собой. Я расскажу о хомячке. Хомячка нужно содержать в клетке, обтянутой мелкой сеткой. Не нужно их содержать в банках, там им очень тесно, душно и неудобно. А еще, когда хомячки строят себе гнездо, им нужно давать кусочки ваты, из которого они построят свое гнездышко. Кормить хомячков можно семенами, но они могут есть и мясо, и различные овощи. А в поилке должно быть всегда обязательно чистая вода, которая необходима хомячкам. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.